Давайте-ка посмотрим Дректара на броне и на двойных боевых ключах, и вот это вот все. Ну, скорее всего, это, конечно, не будет работать, но это хотя бы достаточно весело, может быть, я надеюсь. Выдающаяся доблесть. Плюс у меня только что выпал бран. Чтоб его не опробовать. Ну, поехали. Такая вот колода. В принципе, колода окей. Как-то защищаемся, хилимся, живем. А после этого... После этого на Асталоре выигрываем. План действия таков. Сейчас мы это дело закидываем в Телеграм, все. Да, прикольно. Так. Какие-то щипы выключи бы. Скопировали, скопировали, поехали. Готово. Вперед. Перезагрузку чатика, кстати, надо устроить. Дректар! А можно ли вообще это выиграть, интересно? Пока что выглядит как будто бы и нет. Значит, это мы уберем. Ну, это оставим, ну и это оставим. Хорошо. Давай. Брайана хочется побыстрее, конечно. Ну да, бомбовой он меня в любом случае убьет, я понимаю. Поростной шансов выиграть бомбовой, правильно? Ну, как будто бы да. Ну ладно. Полетал нас. Просто разменяться. Два, так, срабатывает. А, ну ты, кстати, ты же не работаешь, потому что здесь как бы бомбы, они тебя вообще в нули на контре, да? Слушайте, а что тогда не вложено здесь? Не вложено, не вложено. Хотя бы как-то. Ну хорошо, давайте. Я буду, у меня мысль о том, что, может быть, я смогу быстро бомбы надровать. И черт с ним. Это же вариант. Такой вариант, конечно. Что делать? Найс, найс, рука-то вообще-то нравится, нравится. Давай я пас. Вообще я все бомбы дровну. Бран достану. И на Асталоре начну играть. Все бомбы дровну, это подразумевает, что я нахрен умру. Ну и ладно, поделать. Так, и чё?
Идем. Ну ладно, да, это не работает. Нет, ничего невозможно выиграть у бомбы воина. Невозможно. Ну, обитель топи. Пускай будет обитель топи. Еще один шахтер бран. Не, два шахтера, два бранта не нужны нам. Значит, никак. А, такие три карты будет у нас. Сечка. То есть, ну ладно, хорошо, я, наверное, возьму вот ее, да? Пускай будет две такие у нас. Хорошо. Короче, сделаем 5 побед. Будем считать, что это удачный заход. Рено. Давай глушить оставлю. Чем мне нужен? Мне нужен бран, мне нужна, наверное, семерка. Блин, семерка очень нужна. Быстрее бран. В принципе, нормально набирать заклинания повторные. Повторные заклинания я могу обилкой типа брать. А еще я думаю, что здесь лучше не... Здесь как раз-таки лучше все набирать все дополнения, чтобы у тебя максимально была разная колода. Здесь принцип такой, что типа набрано несколько дополнений, ну а зачем? Не очень понятно себе, не? Хорошо, а там, кстати, может невозможно себе. Кто знает. Ну хорошо, теперь если я добираю врана, то у меня все окей. Ну, очень хорошо, кстати. Ну, окей. Окей. Что там, отмена? Так. Плохо достал. Ну, отмена очень вероятна. Нужна твоя подпись. Там будет дубликат. Нет, ну, кстати, похоже на то, что мы выиграем здесь. Ну да, конечно, факел. Факел это неприятно. Ладно. Лучше бы сбросил что-нибудь. Да, ничего не сбросил. Нехороший человек. Себе молнии в лицо можно, пожалуйста? Спасибо. Перегрузку от получил какую-то. Хорошо.
Yep. Ну, не удивил. Прижимать, кстати, обилку, это весьма-весьма полезно. Потом я сделаю бум, вот его сделаю, и тогда снова можно поражать будет. О, кайф. Там же не будет никаких отмен. Шо? Шо? Да, как скажешь. Да, как скажешь. Да тоже, как скажешь. Так, ну хорошо, давай я просто уберу тебя, наверное. Может ли быть это еще... Это, скорее всего, контрспел. Это, не может... это вряд ли есть. Ну да. Хорошо. Не бери. Че, это не старт, что ли? Нет. Нет. Да и хрен с тобой. Ну и хрен с тобой. Да ладно, хорошо. Значит. Прожимая билку, с очень высокой вероятностью получаю тротил. Итак. Мне ли нафиг не надо было делать это? Ну ладно. Как нет? Так, а что ты последний делал? Не помню. У тебя не помню. Секрет, да, наверное, какой-то. Похоже на секрет. Ну ладно, давай, мы будем повторять, когда он сокровище сделает. Классные сокровища делает, я повторю. Ну, что там у тебя случилось? А, я не против, я сейчас тротилом эту взорву. Как дела? Кайф, ребят. Не, вы видали чё? Видали, что творю вообще? Какой? Ничего себе. Хорошо. Я победил на этом директор войне. Да что хочешь будешь брать? Мне все равно. А что у него осталось-то? Ой, это, кстати, неплохая карта, но боюсь, что и она будет спалена. Да это тоже похуй. Так.
А тут как бы ничего больше не надо, просто достал и все. Здравствуй, Дим. Ну опять же, у нас цель 5 побед. 5 побед, все, удачный заход, будем считать. Ну, очевидно, здесь не на что особо ловить, этот, надеяться. Здесь бомба воина равно сразу поражение, автолуз. Ну, как будто бы, типа, можно там колодец спалить, но так себе. Взрыв мозга. Ну, можно, наверное, взрыв мозга. Все же добор, типа, тебе важно колоду прокручивать. Опыт, ну, как бы, этот получать. Пылающее сердце. Черепаха. Вот черепаха нормально сойдет. Значит, здесь берете существо с провокацией. Существо с провокацией. У нас есть существо с провокацией-то, ребят, хоть одно. Есть. Чайное существо за 3. Жажды манны. Ну и еще одно существо с провокацией. Ну, это как будто бы тоже окей. Ну ладно, давай я, наверное, так возьму. Пока что так. Ну, вихрь теоретически оставить можно. Четверка неинтересная. Хорошо. Значит, что нам интересно? Семерка нам интересно получить. Браны нам получить. Вот хорошо. Нам очень теперь нужна семерка. Я понял. Добор-добор. Добор-добор, ищем семерку. Окей. Так, главное, аура не на оружие его. И уже как бы здорово. Почаще прожимать способность нашу, желательно. Ну ты... Ладно, хорошо, давай показывай, что там у тебя есть. Ну да, я как бы обязан теперь уже вот так сделать. Давайте скажем спасибо, что у него не было... Поменять, типа, этот, как он называется, оружие, что не меняет. Менялось бы оружие, вообще была бы супер дичь. Хорошо. Пока что я так сделаю. Пока что так. Мне нужен буян, ребят. Мне нужен буян. Буян мне нужен. Ну, а это нормальное оружие. Да, вот сиди с ним. Сиди с ним теперь. Наслаждайся жизнью. Шо? Да не, фиг с тобой. Я просто так сделаю. Сейчас моя задача добирать. Как можно быстрее найти буяна. Найду его, жизнь наладится. Ну хорошо, давай так сделаем.
Так, есть у меня, в принципе, два шанса сейчас достать семерку. Пусть сменит тебе оружие. Я не против. Давай, делай это. Окей. Ну, как, в общем, ты говорил, два шанса. Хорошо. Мерис. Два. Ура. Мерис. Прекрасно. Если прям совсем понадобится Рено, но скорее всего бумбос. За 9, что-то мне хочется показать. Что-то мне хочется за 9. За 10 мне что-то хочется показать. 10 маны, ребят. Ну ладно, хорошо, да, давай. Да, хорошо. Лицо, да, ладно, как скажешь. А, кстати, теперь у меня Рено не работает. Из нехорошего. Нехорошего не работает Рено, ребят. Ладно. Значит, это у меня наносит два раза 6 урона наносит. 6 урона. Ну, 6 урона плюс могу себя надеть на 2. В принципе, тоже нормально. Ну, либо я просто так сделаю. Чуть-чуть брони мне. Бах-бах-бах. Вообще не хватает какого-нибудь существа, которое действительно бы очень много давал бы. Ой, как нехорошо. Ребята! Ай! Что ты делаешь? Ай! Ай! Охренеть не встать. Блок. Поехали. Минус вся рука. Не, ну это прикольно получилось. Это получилось прикольно. Погоди, если я тебя поставлю. Ты там не монетки последние разыгрывал? Как бы две монетки мне тоже сойдут. Нет. Ах, ты такую ерунду. Блин, на самом деле в полную хрень. Вообще полнейшая хрень. Так, что, сбросить что-нибудь? Не надо. Ничего не будем сбрасывать, хорошо. Окей. Хорошо.
Не очень хорошо, кстати. Кстати, не очень хорошо, ребят. Ну, типа... На, ну я рано могу сделать. Рано сделать. Хотя тоже... А, ну это нормально. Тогда нормально, да. Тогда окей. Тогда окей. Ну хорошо. Давай. Нужен какой-то рывок ему. Иначе все. Это не рывок, ребят. Это не рывок. Три. Кекве. Это кекве. Поменял оружие. Ну молодец. Ребят, уже две победы. Так, знаете, что меня жмёт? Боевые ключи. Боевые ключи, аура... Ну, удешевления, наверное, нет, а вот добор было бы неплохо, кстати, получить. Ну, хотя ладно, или удешевленное заклинание, тоже, кстати, неплохо будет. Каждый треть заклинания стоит единицу. Ха. Нейтралы, возможно, нейтралы нам будут интереснее. Что у нас по нейтралам? Это не нейтралы. Ну, вот нейтрал. И закончили, да, с нейтралами. Ну, а, ну и Асталор еще нейтрал. Нейтрал Асталор. Третье заклинание стоит единицу. Что у меня? Одно единственное заклинание дорогое. Класс, ребят. Ауры просто шикарные. Шикарные ауры. Так, это у нас уже и то есть. А здесь ничего нету. Ну хорошо, я такое, значит, возьму. Шахтеры браны. По несколько штук. Потрясающе. Шахтер я готов сразу оставлять. Ректор! Так, ну давай. Элиза, двойка тоже нормально. Пылающая мощь неинтересна, Золгоргон неинтересна. Очень интересна семерка. Семерка будет потрясающе. Семерка есть, что красиво. Знаете, что теперь нам нужно? Бум, босс. Если мы найдем его, то у нас прям вообще все замечательно. Реально замечательно, потому что с Элизой надо быстро как бы играть, получается, и что-нибудь взрывать ему будет здорово. Так, существа с провокацией какие-то. Хорошо. Что мы, собственно, хотим сейчас?
Мы они какую-нибудь у него натырили. Ну, кстати, я не против такую карту взять у него. Вроде неплохо выглядит. Чё творю, видали? Ну, каждый ход прожимаю способность по итогу. Конечно же, сейчас. Как же мне нужен бумбос. Ребят, писец нужен бумбос. Очень нужен бумбос. Можно бомбос, пожалуйста? Ну, хорошо, я могу сделать. Так вот. А, это по-моему тоже бьет. Ой. Ой! Это была ошибка, ребят. Ну, хорошо. Так, ну ладно. Это была ошибка. Ну, лечение, это, конечно, приятно. 5. Дальше показывал мессера Крона, ребят. С ума сойти. Ну, с ума сойти. Серакрон. Блин, вот бы мне бомбоса достать. Пиздец, как мне хочется бомбоса достать, ребят. Бомбос — это прям мечта. Мечта мечтовая, спелая садовая. Ну, ладно, но все равно бомбос мне очень нужен. Так, а что у тебя, типа, нету сломать мне броню? Ага, ты мне так решил ломать броню. Ну, хорошо, это... Это, ну, такое, скажем честно. Скажем честно, это, ну, такое. Поехали. Так. Защитник остался. Зря сейчас деманы до 10 надо терпеть. Самое нехорошее из этого всего. Не, может она играет. Может эта Элиза играет через типа 4-3. Ну, кстати, может быть. 4-3.
Чудесный образец. Так, хорошо, давай, так я сделаю. Любила искать сокровища. В принципе, я не против. В целом сойдет. Провокации нет у меня. Ну, давай тебя возьму. Просто потихонечку бить. Потихонечку бить нормально. Кстати, тебя достать. Ну, сейчас уже ему пришло время, по-моему, делать эту комбинацию. Ну, если ты так, то ладно. Чем он настолько дешевый, кстати? Ну ладно. Типа давно уже в руке. Непонятно. Проблема в том, что он все равно до ничьи всегда может свести. На девятый ход играть? Ну, может быть, может быть. В принципе, да, он как бы в любом случае 14 наносит, 14 довольно много. Это правда. И чё? Комбо на ничьё? Не, я победил. Ну как же так? Ну ты чё, Элиза, Элиза. Никак не спасает. Прям вообще никак не спасает. Ты же понимаешь, что у меня 8 миллиардов асталоров. Это тебя тоже никак не спасает. Это же просто столом тебя выигрываю. Ой, понимаю. Ладно. Он думает, что это его спасет. 10 армов еще. Ну творит. Ну молодец, конечно. Ну чё творит? Хорошо. Он как бы ничей, ну как бы этот, как он называется, удешевленный будет.
Гипербластер, возможно, лучше. Возможно, лучше. Дешевленные. За 2 маны 4 часа. Да ладно, не, давай, я возьму тебя. Возьму тебя. Блок насмотрщик, мощный удар, блок щитом. Это у меня уже нету такого. Нет, я лучше буду брать дополнительную... Двойную карту заклинания, чем я буду брать двойную карту существо. Да, тем более здесь как бы добор. Поэтому окей. Наконец-то! Достойный противник! Так, достойный противник. Можно ставить? Давай так. Да, он, походу, тоже на этом войне играет. Так, Ридбра. Знаете, семерка, ребят. Семерка писец нужна. Вообще, конечно, вот эта аура изумрудные очки, она очень полезна. Супер полезна. В душе не представляю. Реплики на мир раздражали. Так. Посидим. Хорошо. Ну, типа, я могу так сделать. Но надо мне. Угу. А, тактическая ошибка. Теребелори. Магия придает тех, кто использует ее в основе. Хорошо. Тактическая ошибка. Ну, Рено спалил, но это такое. Так, давай. Оглушить. Локштом. Золгаргона. Все, достану я буянт. Очень нужно. Все по картам. 13-12. Понимаю. У меня, походу, крайняя карта, это как раз таки Бран. Что-то мне так подсказывает.
Здравствуй, Артём. Буду. Спасибо, буду. Ну, хорошо, окей. Ну давай так я сделаю. Как же мы сидим, копаем. Как же мы сидим, ребят, копаем, писец. Хотя у меня был последний, не помню, чем был последний. Да я когда-нибудь достану. Черт возьми. Теперь большой, говорит, сравнительно. Хорошо. Давай так. У меня нет больше заклинаний, мне прижимать обилку не имеет смысла. Хорошо. Работает еще. Ну, начинается. О, я, у меня тоже такой есть. Давай. У меня, к сожалению, больше нет карт, типа, важных. У меня сейчас, если достанет восьмерка, то я, скорее всего, проиграю. Скорее всего. Ну, это, кстати, так себе. Магия придает тебе. Так, ну у меня как бы в целом, как бы, что не карта, ну почти, что не карта, то все хорошо. Черепаха, да, ну вот черепаха мне не нужна. Как бы да, но черепаха нет. Мне оно как бы не обязательно, конечно, чтобы ГГ, но скорее всего ГГ. Скорее всего ГГ. Я билку прожаю, да? Карт минус Асталор. Минус Рено, но у меня может быть бомбос. Тургилори, ладно. Ну, кстати, жалко, что вот эту достал мне. Но в принципе, окей, давай, давай, бомбос мне, пожалуйста. Да блин, ты нет! 50 на 50. Ну, блин, если бы я на самом деле сейчас бы достал, то я бы с очень высокой вероятностью выиграл бы. Но это, конечно, просто песос, насколько не проперло. В последнем моменте. Мерзкая гадость. Клинок возьми. Клинок окей. Клинок окей, пожалуйста, хватит.
Громоклин. Это можно оставить. Пожалуй, так. Так, ну хорошо, в принципе, мне Брана достать. А, ну, кстати, я здесь проиграю, потому что дурацкий бомбовой. Не, ну, как будто бы я могу его поднадавить, да, там все дела, но, конечно, тяжело будет. У меня Орусь не самая такая. Давай. Давайте сразу будем его давить. В принципе, за счет зомбарей, может быть, у меня будет неплохо. На кого охотимся? Какое жуткое место! Ну ладно. Я могу и так утвориться. Но мне пока бомба не замешивает, как бы для меня это все вообще потрясающе. Давай, оставь мне его. Берешь? Ты хорошо. Хорошо. Ну, давай. Просто пятерки не хватит. Окей. Так, ну-ка раз. Взрыв мозга, прекрасно. Да, прекрасно же, прекрасно. Единственное, что он мне сейчас может сделать, это достать шестерку своих сокровищ. Тогда будет плохо. Если не шестерка, то мне вообще наплевать, я победил. Ну, не прям победил, но скорее всего победил. Да, потому что у меня Бран с боевым ключом выходит. Одна бомба меня не волнует. Одна бомба слишком мало. Еп. Еп. Может быть, даже, кстати, и стоит скопировать бомбоса. Тот вариант. На следующий ход. Ну да, ладно, хорошо, давай. Пока так сделаем. Да приключаешься!
Давай. Может, просто тупо добьем. Телом, да и пожалуйста. Бегите, народ! Сейчас шутворю! Сны образец. Бах. Ну такое. Ну ладно, хорошо. Я могу на следующий ход бомбоса достать и... поражаться. Ну, болезненно, конечно, сейчас эти бомбы все. Как будто бы ладно. Блин, да, жалко, что все же я его получаю. Еще, кстати, вообще не факт, что я победил. Тупо не факт. Тратил, тратил хорошо. Пять бомб меня убивают. А будет ты еще больше. Еще больше. Вот уже 6. Тактическая шалка. Бомба. Не отстой. Так, очень бы хотелось, наверное, какого-нибудь... Блин, даже не знаю, что хотелось бы. Асталора бы очень хотелось бы. Для Сталора плохо. А есть тоже сильное, но больше. Бегите, народ! Сейчас тут валю! Узри огонь! Так. Давай. Ну, вообще не давай. Опасный карт. Ну, возможно, Рено мне нужно. Сейчас. Оо, Асталор, ребята. Ребята, это Асталор. Асталор это потрясающе. Асталор это именно то, что нам и нужно. На самом деле можно было бы полную рубку сделать. Ну ладно.
допустим. Главное, чтобы мне в лицо ничего не летело. Если не будет ничего лететь в лицо, тогда все нормально. Опустила мне рука. Блин, к сожалению, я все равно бомбы ловлю. Блин, я две бомбы ловлю. Блять, три бомбы ловлю. Ну ты вообще что ли гонишь? Ну, ну нафиг. Ну как это так? Ну серьезно, ну как это так? Ну че это за лабуда? Ну сейчас столько карт было. Не, на самом деле, ладно, у меня достаточно много бомб. Относительно других карт. Да? Ну, да. Просто два раза. Два встретить бомбу воина. Бомба воина ты ничего не можешь делать.